Как изготавливаются оригинальные пуансон-матрицы для вибропрессов Рифей? Пуансон-матрица для вибропрессов является одним из самых высоконагруженных элементов формующего блока. Качество производства и правильная технология изготовления матрицы гарантируют ее долговечность, стабильную работу вибропресса и высокое качество выпускаемой продукции. В данном видео мы расскажем, как изготавливаются оригинальные матрицы для вибропрессов Рифей на заводе производителя в городе Златоусте. Этап первый. Прием металла. Контроль качества всего металла, который поступает на завод «Стройтехника», происходит в два этапа. Прохождение ОТК на металлургическом предприятии и прохождение ОТК внутри нашего завода. Это гарантирует использование только высококачественного сырья в производстве всех агрегатов оборудования Рифей. Этап второй. Обработка металла. Попадая в цех металлообработки, сырье подготавливается сразу на нескольких станках с ЧПУ. Здесь металл приобретает необходимые геометрические и физические параметры. Листы металла, уголки, трубы, пластины и другие заготовки отправляются на следующий этап подготовки. Этап третий. Плазменная резка. Значимая часть элементов матрицы требует высокоточной геометрической формы. Участок плазменной резки завода «Стройтехника» включает в себя современное оборудование известных фирм, которое позволяет вырезать даже самые маленькие детали с высокой точностью. Все элементы также проходят дополнительный контроль качества для исключения брака на текущем этапе. Этап четвертый. Сварка. Роботизированный сварочный цех обеспечивает надежное соединение всех элементов матрицы. Здесь бок о бок работают высококвалифицированные рабочие и современные автоматизированные роботы. Использование роботов в производстве исключает любые геометрические и физические деформации от нагрева металла в процессе сварки. Однородность стыков образуется благодаря достижению оптимальной температуры. Перед каждым этапом сварочных работ элементы проходят тщательную зачистку. Последним этапом производства является покраска. Матрицы окрашиваются в фирменные цвета завода специальной порошковой краской. Несколько слоев окрашивания предотвращают химическое воздействие добавок к цементу на металл. Перед поступлением на склад матрица проходит тщательный контроль качества. Если матрица имеет отклонение хотя бы по одному из пунктов проверки качества, такую матрицу не пропускают до реализации и отправляют на переработку. На данный момент существует масса аналогов пуансон-матриц Рифей. Использование аналогов может подвергнуть значительному износу ваше оборудование, что приведет к выходу из строя дорогостоящих узлов. Неоригинальные матрицы в большинстве случаев изготавливаются кустарным способом. Отсутствие необходимого оборудования у подобных производителей приводит к некачественным соединениям, отсутствию геометрической точности и жесткости металла. Завод «Стройтехника» изготавливает более 100 видов матриц для вибропрессов Рифей. Все стандартные комплектации вибропрессов и установок комплектуются одной пуансон-матрицей прямо на заводе. По желанию заказчика на нашем заводе изготавливаются нестандартные матрицы. Наличие высокотехнологичного оборудования позволяет изготавливать бесшовные пуансон-матрицы любой формы. Выбрать необходимую матрицу вы можете на официальном сайте завода «Стройтехника».